Абрам, за ручки берем. Подравняйте, ребята, круг красивый сделаем. Вот такой, молодцы. Все, опускаем руки. Готовы. Абрам, опускаем ручки. Петрушка, а вот
Мишка, а давай мы лучше с ребятами поиграем? Давай. Ой. Хотите поиграть? Да! Хотите поиграть? Ой, еще я что-то забыла. Я ведь вам приготовила загадку. Умеете разгадывать загадку? Давайте, когда? Внимательно. Кто вас больше всех ласкает? Кто вас любит, обожает? Покупает вам игрушки, книжки, ленты, погремушки? Кто печет оладушки? Ну, конечно, мама! Бабушек свои стихи прочитают Настя, Никита и Рома. Выходите. Давайте красиво, чтобы все вас видели. Вот всем детям, чтобы было видно. Вставайте на полосочку. Вот так. Вот так. Всех, всем. С праздником веселым, с праздником весны. Всех на свете бабушек поздравляем мы. Помогаю бабушке, я уже обошлась. Засмеялась бабушка, стала молодой. Молодая бабушка, люди говорят, даже нашу бабушку очень-очень рад. А мне, признаться, нравится, что бабушка моя молится, красавица и балует меня. Ее добрее нет, она мой лучший друг, пусть радует бабуля всегда и всех вокруг. Нашими расписными, красивыми. Выходите, берите ложки. Давайте, дружочек. Берем красивые ложки, ребята. Тут большое дело. Ой, бабушкам этот танец точно понравился.